конце лета я получил телеграмму из России. Умер Владилен, мой старший брат. Ну, сводный по отцу, но все-таки брат. И я рассказал об этом Кейт. Теперь уже сам не знаю, зачем рассказал. Наверное, хотел, чтобы меня пожалели. И Кейт меня пожалела, оплатила поездку за счет студии. Заодно дала мини-камеру, чтобы я там поснимал. Ну, мол, вот Россия изнутри, без прикрас, все такое прочее. На свое усмотрение. Но в формате канала. Ее звали Маша. Услышал ее имя еще в автобусе по дороге на кладбище. Познакомились совершенно случайно. У меня не было зонта, у нее был, пошел дождь, и камеру надо было как-то спасать от воды. Вот так совершенно случайно и познакомились. Я тогда еще не знал, чем все это закончится для меня. И для нее. Есть кто-нибудь? Да ладно, пошли. Эй, тут есть кто-нибудь? Только живой. Ладно, пойдемте туда. А думаете, не попадет? Ну, мы же кричали. Да мы стучали. Ну вот. Но все равно страшно. Все-таки ценности. Да, ценности. Думаете, пересчитывать будут? Ой, смотрите, кто же Владилен, так ваш брат. Да, Владилен. Странно, вот я его никогда, кроме как Влади, не называл. А один человек в Нью-Йорке мне сказал, что Владилен – это сокращенно Владимир Ленин. Да? Да, а меня Николаем назвали. В честь царя, наверное. Ну, может, разочаровались. Ну, а дети тут при чем? Как слезы. А он у вас намного старше был? Владилен. На 17 лет. У. Да мы с Владей, в смысле с братом, мы почти чужие были. Мы же сводные, только фамилия одна. Потом он уехал, женился, там остался. А когда вернулся, когда уже родители умерли, то я уехал в Америку. А это давно было? В 94-м. А, это когда «Одинокий трамвай» напечатали. Вы читали? Да. Мне тетя про вас рассказывала. Мне понравилось. Очень. В смысле, трамвай. Ну, это была моя первая публикация. Хотя, в общем-то, и последняя. А там? Там? Там нет. Там я не пишу. Кому там русские стихи нужны? Ну, а зачем же тогда ехать? Хотя живут же люди в Америке, хранят русскую культуру. Надо же. Фамилия, имя, отчество и лицо. И еще года. А что еще нужно? Ну, я не знаю, но хотел же Владилен чего-нибудь. Что-то делал, старался. Почему никто не напишет «Здесь хранятся смелые мечты»? Или «Ты замечательные сюжеты для ненаписанных книг». Ведь он же хотел быть счастливым, в конце концов. Хотя, как им стать? Ну, умные люди говорят, что знают. Да, знаю. Они даже придумали, сколько и каких нужно для этого бомб. Или вот, например, здесь та, что хотела стать единственной, осталась одинокой. И все. И не надо даже никаких имен. А родственники? А, да, родственники. Кстати, я ведь тоже родственница вашему брату. Ну, вернее, его жене. Значит, и вам. Очень приятно, Ник. Ну, точнее, Николай, а теперь Ник. Мне тоже приятно, я все еще пока Маша. А что вы снимаете? Мне было сказано снимать все, что мне покажется интересным. А вы мне интересны. Ну, давайте. А что? Ну, что-нибудь. Да. Ну, пройдитесь, посмотрите. О, я однажды была моделью для правосудия у одних моих знакомых студентов. Да? Правда, правда. Ну, показывайте. Показывайте, показывайте. Давайте вот сюда. А? Вот здесь покоится правосудие. Смотрите, дождь почти кончился. Можем идти. Да, уже можно идти. Ой, сколько накапало.
Смотрите-ка, там жук. Надо его спасти. Жук, мы тебя спасем. Оставьте, оставьте, пусть там поплавает еще. Да? Я бы со страха умерла. Там же глубоко, а я плавать не умею. Скажите, а вы ведь сейчас вместе со всеми поедете на поминки, да? Нет, я же совсем дальняя родственница. Да и вообще просто не поеду. Я на похороны-то случайно попала из-за тетки. Наталья Кузьминична. А, Наталья Кузьминична. Ну вот видите, третья вода на киселе. Завтра. Можно я увижу вас завтра? А я завтра не могу. Меня пригласили в гости. Подруга. Ну, вернее, супружеская пара. Это обязательно? Ну, я уже пообещала. Просто и уезжаю через 2 дня обратно. Так быстро? Угу, я же как бы в командировке. А если... Вы же все-таки мой родственник. Ну, приехал из Америки, а пойти некому. Соскучился по общению, да. А пойти некуда. Да. Правильно. Никого знакомых нет. Да. Хотите поехать со мной? Да, конечно. Ну, тогда поедем. Это удобно? Ну, там только 2 супружеские пары, причем одну из них я не очень-то хорошо знаю. Точнее, совсем не знаю, так, знакомые знакомых. А это те, ради которым вы... Вот так. Так вот, не так уж я и кривлялась. Ну ладно, хорошо. Нет, просто глаза жмурьте, а руку так. А на следующий день мне позвонила Кейт. Спросила, как мои дела и как идут съемки. Я сказал ей правду. Ей пришлось напомнить мне о том, как ей трудно было выбить командировку, о том, что она ошиблась во мне очередной раз. Так что кончилось все тем, что я опоздал на наш автобус. Следующий был только вечером. А Маша ждала меня. Знала, что я приду. Так что добирались мы на 3 попутках. Под конец даже на телеге с сеном. Солнце светило. Страшно пекло. Сено кололось. А мы болтали друг с другом без остановки обо всем подряд. Смеялись. Я учил ее изображать статую свободы. Снимал ее на видео. И показал ей журналистский секрет. Как прятать кассеты в пачке из-под сигарет. Да, слушайте. Вот же как раз. Самое же. Материал. Такая, какая она есть. Россия. Так? Да. Правильно, да. Вот так. По-моему, очень точно. Смотри, что у меня есть. А если допрячь кассет? Вот ровно сюда ходят 2, а потом их прикрываешь фильтром, и вроде бы ничего не заметно. И ставишь на самое видное место. И что, помогает? Не знаю, пока еще не пробовал. Алло, привет. Ну да, конечно, здесь. Смотрю, что еще можно из этого вытащить. Ну да, конечно, из этого можно сделать историю. Но я бы... Ну да, я попробую, но я... Да не, просто... Ну... Но я же тебе сказала. Нет, никаких «но». Все. Привет, бэби. Тебе нравится моя новая дыхи? Покажи мне еще раз кладбище. Ты знаешь, наверное, этот материал войдет в новостейный блог. Но я точно еще не решила. А ты этот материал еще не монтировал? Нет. Ты же сказал, что всю историю нужно делать только о ней. Окей, да. Симпатичная девочка. Бэби, симпатичная девочка. Да, очень, конечно. Ну, окей. Окей. Это Ник.
Он мой родственник из Америки. Здрасте. Родственник? Да, видите ли, я... Да, он... сводный брат второго мужа троюродной сестры нашей тетки. По первому браку. В смысле, папиному. Да? Да, я вчера почитала. Ну да. Машка, Мария, можно тебя на минутку? Извините, Ник. Машка, зараза. Идите. Садитесь. Вы извините, может Садитесь. Быть, я... Спасибо. Вы что, все не валялись? Да. Но мы в нем ехали. Вы извините, садитесь, может садитесь, быть, я... Садитесь, вот стул. Спасибо. Что ты чешешь? Сено. Мой родственник из Америки, Машка. Зараза. Ну а что, мы ходили в кино, опоздали на поезд, пришлось ехать в Стамбул. Машка, это там кто? Я же говорю, мой родственник. Я с ним вчера на кладбище познакомилась. Хорошее место. Он репортер из Америки, приехал к нам снимать все, что ему... Все, что ему покажется интересным. Я же просила тебя. Ну, Регин, ты же сама сказала, что будете только вы с Юрой, еще и эта супружеская пара из Японии. А он завтра в Америку уезжает. А вообще, знаешь, кто он? Знаю, твой родственник с кладбища. Одинокий трамвай. Ну, в смысле, стихи. Помнишь, я тебе когда-то давно читала? Ну, трамвай там чего-то едет одинокий. Так вот он автор. Регин, ты чего? Да, и про стихи ему не говори, а то он стесняется. Да что с тобой, Регина? Ты еще не все понимаешь. А что, кто-то еще приедет? Скажи ему, чтобы он уехал.
Олег Васильевич, дорогой, здравствуйте. Арей. Какие цветы, благодарю. О, Лекс. Лекс, Тимми, пожалуйста. Да-да, Лекс, напиток Джеймса Бонда. Водка с мартини, 2:1. Наконец-то вижу культурного человека. Водки лей побольше. Прошу. А вы снимаете, Ник, снимаете? Мило. Понравилось? Браво! 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 Смешно. Ник. Ник. Ну, из Америки теперь. Олег Васильевич. Молодец, Верунечка, Америка нам завсегда пригодится. Ребят, рыбку половите. Это Маша. Региночка. Маша. Ник. Из Америки. Ник, ну что же вы? Снимайте, снимайте, Ник. Ну? Арей, мне ведь это... Сниматься-то нельзя. Олег Васильевич, да. Ваша соседка совершенно без внимания. Пододвигайте поближе. Вот вам водочка. Разрешите. Ник, ну в самом деле... Пресса. Надоели. Ну, за столь приятное знакомство. Маша. Регина. Юрий. И Арий. Куда ж без Ария? Об японцах. Олег Васильевич, предложите вашей барышне закуску. Ник, а ваше место вот здесь. Да, прошу. Спасибо. Ага. Спасибо. Спасибо, вы себе положите. Машка. Так вот, мы когда приехали, я просто потрясен был. Выходишь из лифта, и стоят, все в черных пиджаках, галстуки подтянутые. А жара больше, чем 30. Да-да, это правда. Какая бы жара ни стояла, они все при галстуках, пиджаки на всех пуговицы застегнуты, да? Нет, это деловые люди. А так они ходят кто в чем. Ну, я не знаю, я готова себя была вообще все сорвать. Там очень жарко и душно. Влажность, да, дорогой? Этикет общения. Да какой этикет? Скованность. А вам? Не душно, Олег Васильевич? Мне? Не душно? Нет, мне нормально. Нормально. Ну, это традиция. Они не могут показать себя неодетыми. А вот... Давай, Арик, о Японии, об японцах. В японских банях? Нет, прошу вас, только не заставай. Все, 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 все. А я слышал, в этих японских банях, в бассейнах, вода просто кипяток.
Да-да-да. Я тоже верши не знал. Сиганул солдатиком и сжег себе. Ну все. Регина. Регина. Господа, нет же. Прошу вас. Верунчик. Маша. Регина, я что-то не так сказал? Нет. Все чудесно. Арик, ты так и не закончил про стену в лифте? Про стену? Это... Ну вот, подходишь в офисе к лифту, стоят. Стоят как стена, и вот куда-то туда вылупится, или в лучшем случае, в шею. Причем это почти везде. Даже на деловых совещаниях. Говорит с тобой, а смотрит туда. Ну так? Считает, что смотрит на собеседника не тактично. Я говорю, так? Да, дорогой. Кстати, вы знаете, что нации разделяются на глазеющие и скромные? Да не в этом дело, не в этом дело. Япония вообще страна как бы это, с двухъярусной культурой, новой и старой. С одной стороны древние традиции, с другой, как тут сказал, соучастник в преступлениях торгашества. Это и в психологии у них. Внешнее лицо – маска, или по-японски – татэмай, каркас. А за маской – внутренний хонне. Так что что-то внутри никому показывать не нужно. Они и сами подчеркивают свою незаинтересованность. Когда самурай выходит на улицу, он должен встретить семерых врагов. Что вы? Старинное изречение самурайское. Это о чем? Да так ни о чем. Проехали. Короче, по их физиономиям ни черта не разберешь, прости, дорогая. Одна эта загадочная улыбка чего стоит? Чтобы услышать от японца четкое «да» или «нет», просто с ума сойдешь. Так ты, самурай, все-таки откуда? Из Японии или из Америки? Ну, камеру-то убери, я сказал. Так еще книжки есть, Олег Васильевич. Там картинки. Ну, если ты такой умный, что ж ты такой бедный? А какая связь? Да никакой. Садись, самурай американский. Так вот, друзья мои, все равно, вот по манере смотреть в глаза собеседнику нации различаются. Я читала. Ученые проводили исследования, и самыми глазеющими оказались французы, итальянцы и Южная Америка. А самыми скромными – Китай и Япония. Значит, я из Южной Америки, где много страшных диких обезьян. Вы боитесь страшных диких обезьян, Маша? Ну что, дядя Педро? Предлагаю тост за юных и прекрасных, которым не страшны. Дядя Педры. Смешно. Относимся.
глазеющим или к скромным? А мы скорее к болтливым. Итак, за юных, прекрасных и смелых. За вас, Олег Васильевич. Олег Васильевич. В самую точку. За смелых, Верунчик. За вас, Геночка. Олег Васильевич. Маша. Теперь наша задача максимально их выжить. Но это я уже возьму на себя. Твоя задача сидеть и молчать. Просто сидеть и помалкивать. Окей, бэби? Сидеть и помалкивать. Окей? Окей, бэби? Сидеть и помалкивать. Окей? Да-да-да, я понял. Канал заинтересован, я сижу, помалкиваю. А пока идет монтаж, я буду им объяснять на пальцах. Что за история? Ну, вообще-то история их зацепила. Знаешь, история, да еще с таким финалом. Просто то, что нужно. Но мне кажется, здесь знаешь что? Несколько городских планов. Может быть, знаешь, какая-то... Ну, ты же понимаешь, что я имею в виду. Какая-то Москва, какая-то столица России. От общего к частному. Ну, что-то, бэйби, ну, что-то такое. Но я же не снимал в Москве, я же тебе говорил. Ну и ладно. Я возьму в архиве. Главное, это история с девушкой. История с девушкой. Вот что цепляет в этой истории. Вот что мне здесь нужно. И вообще, это твой шанс, знаешь? Бэби, только ты поработай два завальных репортажа. Это слишком. За один год это слишком. Понимаешь, даже я не смогу тебя прикрыть. Понимаешь, это невозможно. Хорошая девочка. Тебе просто с ней повезло. Тебе повезло с этой историей. Но ты должен работать. Ты понял, Бэби? Окей? А? Да, окей. Ты же хочешь в бизнес, Бэби, да? Да. Такая милая девочка, Бэби. Очень милая девочка, Бэби. Такая нежная девочка. Такая хрупкая девочка. Да, Бэби? Лучше мужчин снимайте, идите. Так и не смогла к этому привыкнуть. Слушайте, вся эта сырая рыба, сосими, кацубуси, суси. Жуткая гадость. Суси, ну знаете, такие с рисом, в листочки заворачивают, тоже сырой рыбой, вроде бутербродов. Жуткая гадость. Ужас. Ну, единственное, что мне еще как-то у них там нравилось, это удон. Лапша у них такая, вроде нашей, но только покрупнее. Слушайте, ну ведь это ж мучное. А эту как ее пробовали? Хоку или фоку? Ник. Я умоляю вас, не сломайте мне букет. И вообще, шли бы вы лучше, ну, шли бы вы мужчин снимать. Идите, идите. Фугу. Ни за что. Арик пробовал сумасшедший. Я ему так сказал. Я говорю, хочешь испытывать судьбу? Пожалуйста, напиши завещание, хоть две порции. Говорит, пробовал. Ну, не знаю, по крайней мере, хвастался Олегу Васильевичу. Кстати, как вам, Олег Васильевич? Олег Васильевич? Олег Васильевич, как Олег Васильевич. По телевизору он даже посолиднее. А, кстати, мы с тобой его уже видели живьем на этой, как, на выставке. Ну так как? Завещание-то написал? Завещание? Но ведь они должны же какие-то лицензии там получать специальные. Эти повара. Да, должны. Человек по 200 в год мрет, а повара лицензии получают. Не скажите, не скажите. Корпоративность – это выгодно. Тогда Арик и мы своим конторам станем по утрам гимны петь. Гимны мы уже пели. Нам нужно учиться у них не гимны петь, а искать взаимную поддержку.
То, что я вам предлагаю, без взаимной поддержки невозможно. Они там, мы здесь. Рука руку моет. Японцев я беру на себя. Им это выгодно. А нам это выгодно? Нам с вами, Олег Васильевич, это очень выгодно. Нам всем это выгодно. Арик, не крутите мне, я этого не люблю. Так по телевизору-то и нужно выглядеть посолиднее. Но слава богу, между нами говоря, он человек простой, свойский, без этих распальцовок и с очень и очень большими возможностями. Я думаю, что тот, кто эту... Фугу, это иглобрюх такой. Он, когда его вылавливают, он надувается и круглый становится. Честно сказать, Регина, он мне самой нравится. Настоящий мужик. Знает, чего хочет, добивается. Так вот, я думаю, кто этого иглобрюха-то закажет, с того деньги, наверное, вперед берут. Я слышала, он сейчас не живет с женой. Да, она была слишком требовательна, слишком. Все мы хотим быть единственными, только остаемся одинокими. Поговариваю даже об их официальном разводе, ну, кто знает. И ничего личного, только бизнес. Ну, не прямо же они в ресторане. Ник, ну что вы делаете? Ну, не спалите мне дом. Рединочка – генеральный директор. Вероника возьмет на себя коммерцию. Ну, а я займусь японцами. Естественно, если Региночка займет это место, нам будет проще контролировать. Она пока еще ничего не занимает. Естественно. Что ты думаешь, это что, на раз-два делается, что ли? Я понимаю. Понимаете, все вы тут понимаете. Я что, не бумажки сажаю перекладывать? На мне ведь тоже какая-то ответственность. Я вам не какой-нибудь хер с горы, я тут за вас, за всех отвечаю. Народ. Плесни мне. Ник, смотреть на икебану сверху, заглядывая в вазу, считается неприличным. Вы должны встать на колени, примерно в метре от нее, а затем, немножечко нагнувшись, медленно подниматься взглядом снизу вверх. И вообще, шли бы вы лучше вон мужчин снимать, Ник. Как тебе, Ник? Никак. А мне понравился. Ну ладно тебе, Регина. Он же завтра в Америку уезжает. А Америка это знаешь где? Я знаю, я зараза. Но она справится. Какая-то она зажатая. Извини. Региночка зажатая. Бог с вами. Олег Васильевич, я с ней в школе учился. То, что нам нужно. 200%. Сложно это, Эрик, сложно. Но вы-то, Олег Васильевич, с вашими-то возможностями, как дядя Педро, за юных и смелых. Руки на плечи и ногу в стремя. Кто не с нами, тот и трус, и враг. Смешно. Ну вот посмотрите, Ник, вы видите в букете три основные линии. Это символы неба, человека и земли. Главный стебель – это небо, второй – это человек, третий, он самый короткий – это земля. Причем длина основного стебля зависит от глубины диаметра вазы. Да-да, существует правило. Глубина плюс полтора диаметра вазы и определяет основную длину неба, да. И, конечно же, аранжировка. Аранжировка должна отражать как и вообще развитие во времени, так и связь букета с определенным временем года. Вот сейчас у нас лето, и поэтому вы видите здесь распустившиеся цветы, листья. Это очень важно, потому что в основе дзен-буддизма лежит дыхание. А вы знаете, что невольницам в гаремах влюбленные посылали письма из цветов? И по количеству распустившихся и нераспустившихся бутонов те определяли дату и время тайного свидания. Потом их ловили и казнили на главной площади при большом стечении трудящихся Востока. Я тебя умоляю. Маша у нас флорист. В средневековой Японии
4 белые хризантемы означали приказ умереть. Харакири. 5 сантиметров ниже пупа. Слева направо. И ник, я так понимаю, тоже. А вот цветок в волосах таитянок на картинах Гогена – это не просто украшение. Так девушка показывала, что она не замужем и ищет друга. Вероника, может, лучше вы нам о дзен-буддизме? А, да, о дзен-буддизме. Главное в дзен-буддизме – это дыхание. Да при чем здесь плата? Я даже не понимаю, Олег Васильевич. Арик, ты что думаешь, я тебе бледей не найду? Я их столько найду, что тебе и не снилось. Я в этом не сомневаюсь, Олег Васильевич. А я... какого тогда этот томный? Какого он меня подстебывает? За юных смелых. За дядю Педро. Я ему за Педро такую педру надеру. Плюньте, Олег Васильевич. Плюньте... И разотрите. А ты не харкай, не харкай тут. А потом что это, америкашка этот вокруг нее вьется? Что, нельзя было как-то без него? Арик, сам пригласил, а тут? Мне потом, знаешь, работенка-то предстоит. Ого-го! Это для вас все тут естественно. Вы же сами хотели этого Ника. Только ты мне не указывай. Да ты пойми, меня ведь тоже знаешь. Мне настоящего хочется. Не то, что, знаешь, там какая-нибудь намажется, обтянется, а сама всей пятерней в ширинку. У меня тоже душа есть. Как я вас понимаю. Как я вас понимаю, Олег Васильевич, господи. Это хорошо, что ты меня понимаешь. Насчет американцев-то подумай. Может, мне своих вызвать? Они же хлопцы смышленые. Они... Нет. Доставят его до дому. Вы не беспокойтесь. Выйдет на шоссе, попутку проголосует. Молодой еще. Ха. Ну, попутка так попутка. Попутка, это, наверное, безопаснее. Мать моя женщина. Что это наша баба делает, а? Позвоночник прямой, шея, плечи расслаблены, руки на коленях, глаза лучше прикрыть. Известно, что обычные люди делают 13-17 вдохов-выдохов в минуту. Мастера дзена делают 3-4. Дышать нужно медленно, глубоко, свободно. Вы как бы абстрагируетесь от всего внешнего, земного. Ваш дух устремлен только к вашему внутреннему миру. Он как бы растекается внутри вас, принося радость, покой, покой. Сколько раз уже вздыхаете? А сколько надо? Чем меньше, тем лучше. А когда дыхание прекращается, наступает саттари, просветление. Вот. Вот у Машеньки, по-моему, наступило. Ой, как покраснело. Маша? Маша? Как звучит хлопок одной ладонью? Дорогой, ты нам мешаешь. Это смотря почему хлопнуть. Прости, анекдот вспомнил. Ник, вы как специалист по самураям принесли бы барышням птичьего пуха? А пух-то зачем? У дзен-буддистов и дзен-буддисток птичий пух является проверкой мастерства. Если пух у ноздрей не шевелится, то мастерство совершенно. Ладно, для первого раза хватит. Все равно не дадут. Ну что, всех прошу к столу, кофе, чай. Однажды во время медитации, такой же, как у вас, великий Бодхидхарма почувствовал, что его клонит ко сну, и у него слипаются веки. Тогда он... Вырвал веки!
Прах из глаз! И бросил их на землю. И вот на этом месте вырос чудесный куст. Куст? Чая! Липтон! Юра! Смешно. Прошу к столу, Юра. По-моему, наш американец задержался. Он остается. Ну, большому человеку это не нравится. Нет. Машенька, прошу вас, сейчас Ари начнет чайную церемонию. А никакой церемонии не Регина, будет. Я тебя умоляю, держи себя в руках. Шаг. Хорошо? Церемонию. Мы никогда не поймем эту чайную церемонию так, как ее понимают японцы. При этом всегда нужно помнить, что все, что говорят и делают, совсем не то, что происходит на самом деле. Тот же самый хлопок одной ладонью. Машенька, вы прелесть. Но так звучит тишина. А-а. Или взять тот же Шендай. Мы с Никулей даже подушки купили. На всякий случай. Подушка для супругов. Подушечки шелковые, наилегчайшие, чтобы, не дай бог, больно не было. Кому не больно? Никому. Это же Шендай. А что значит этот Шендай? Шендай? Так с него же все и началось. Шендай. Я для этого даже специально сходил в библиотеку. Никакого шендая в Японии нет. Нет в японском языке звуков ше и дэ. Если уж произносить, то синтай. Душа и тело. Откуда взялся этот обычай, а точнее сказать, ритуал, точно сказать не могу. Кто-то пишет, что это из обихода гейш еще с незапамятных времен. С другой стороны, слово гейша состоит из двух иероглифов. Гей – талантливый, ися – человек. Так что почему бы талантливому человеку и не придумать этот ритуал? Этот ритуал остался до сих пор. Именно так разрешаются многие супружеские споры. Не только супружеские. Совершенно верно. Не только супружеские. Считавший себя оскорбленным, мог вызвать обидчика на шендай. Партнеры расходились переодеваться в яркие шелковые халаты. И непременно на голое тело. Накладывали грим или маски, сходились и выясняли отношения шелковыми подушечками. У кого подушечка рвалась, считался проигравшим и виновным в ссоре. Браво! Должен выполнить любое желание. Любое. Но обычно все кончается гораздо скорее. Легкие халаты, обнаженные тела,
Чувственные прикосновения. Дорогой, дорогой, об этом не за столом. Какая легкая. Предлагаю себя спарринг-партнер. Великолепно. Я пошутила. Ник, нет. Вы просто обязаны снять это. У японцев не бывает шуток, Маша. Я не хочу в Шиндай. Юрий, вы специалист, мизантроп. Помогите девушке с подушкой. Я не хочу в Шиндай. Шиндай, мальчик. Я вообще против насилия. Я жуков спасаю. Это вам поможет в замужестве. Не, ну если девушка не хочет, я не понял. Внимание, маэстро. Мизантроп особо подготовленный. Регина, ты бы хоть предупредила. Четвертый да. Точно, четвертый да. Ник, ну что вы снимаете? Четвертый да. Спасибо, Марья Степановна. Браво. Так мы обычно и работаем. Я целую ночь сижу за компьютером. Монтирую и переставляю. Раз за разом отыскиваю какие-то новые нюансы. Снова монтирую, чтобы зритель, не дай бог, не пропустил что-то. Но в 8:30 появляется Кейт. Катастрофически свежая, бодрая, жизнерадостная, вкусно пахнущая. Наверное, никогда не узнаю, откуда они все это берут в Нью-Йорке. Я принесла тебе кофе. Ой, спасибо. Что тебе снилось? Что? Мне снилась ты.
Ну, холодный кофе. Ну, послушай, бывает и холодный кофе. Ну, кто тебе может еще сниться, если не я? Да, бэби? Давай, 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 давай. Проснись, 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 проснись. Ты знаешь что? Я все придумала. Мы переделываем эту историю. Вообще, абсолютно, мы больше не снимаем про девочку, вообще. Мы теперь снимаем про олигарха, бэби. Про олигарха, жестко, про девочку никому не надо. Кому нужны эти сопли, сливы, никому все это надо. Кому нужна эта девочка? Бэби, она же никому не нужна, правда? Ну, кому нужна эта девочка? А про олигарха нужно. Сам представляешь, Россия. Бэби, ну что у тебя? Россия. Жесть. Всем интересно, очень современно, представляешь? Шиндай. Шиндай. Шиндец. Шиндай. Шиндец. Камеру убери. Шиндай. Шиндец. Шиндай. 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 Олег, какой? Мы снимем про олигарха. Знаешь почему? Почему? Потому что это в формате канала. Угу. Кейт. Да, бэби, да. Окей? Шиндай! Шиндай! Мать твою! Шиндай! Даешь Шиндай! Даешь Шиндай! Олег Васильевич, вы хотя бы подпоясались. Куда вы? Олег Васильевич! Боже, как пошло. Знаешь, он в тебя влюбился. Наверное, это должно было случиться. Он завтра улетает. Может быть и так. Регина, успокойся. Он улетает в свою Америку. Мне было с ним интересно, и потом... Ну? Ну да, он мне понравился. Я понимаю. И теперь он здесь. У нас был всего один день. Ты же просила обязательно приехать. Вот я и приехала. Ты мне лучше вот что скажи. Что этот Олег Васильевич на меня так странно реагирует? Тоже, наверное, влюбился. Все на Шиндай! На Шиндай! Юра! Юра! Бросай все, давай, шиндачим! Шиндай! Самурай, убери камеру, я тебя забодаю! Машенька! Я могу Машу! Маша! Машенька! Даша! Маша! Потрясающе. Вот сейчас все брошу и на шиндай. Машенька! Машенька! Шиндай! Хочу шиндай! Он им сейчас весь дом там разнесет. Не надо было ему столько пить. Да, есть такое. А этот Арик еще и подливает. Не такой уж он и плохой. На самом деле, этот Олег Васильевич. Чего ты смотришь? Регин, его что, для меня пригласили? В смысле? Или меня для него? Ты о чем? Но вы же обе мне целый вечер толдычите. Обстоятельный, одинокий, крепкое плечо у человека. Ну, плечо-то у него на самом деле крепкое. Иметь такого друга. Иметь такого друга – это… Папика? А как же тогда ты? Что я? Ну, для тебя это ничего, что я буду иметь такого друга? Для тебя это ничего? Ну, прости. Прости меня. Маша! 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 Юрий! Ты Машу видел? Машу? Да. Да вот она. Маша!
Маша! Маша! Простите, а вас там ищут. О, я что-то опять не вовремя. Не помешал? Нет, Ник. Вот теперь вы действительно вовремя. Ну чего, Ник? Как ваша камера? Фиксирует российскую действительность? Камера в порядке. Но правда действительность вот несколько удручает. Это вам, Ник, как иностранцу с непривычки. А снимите меня на фоне Луны. Можете? Машенька, где Маша? Даша, где Маша? Дайте Машу, мать вашу! Маша! Машенька! Я ж говорил, самурай не приведет! Самурай! Тебя зачем посылали? Тише, 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 Олег Васильевич! Машенька, Ник, Регина, мы все идем купаться на озеро. Ник, Ник, а вы понесете чашу с пуншем. Осторожно, Олег. Осторожно, здесь скользко. Олег. Кто Тарик от меня крёт? Вначале Шиндай, потом купание. Интересно, кто будет купаться? А самурай к вам не пристает? А я что, похожа на туп, который пристает? Первый купается самурай. Шиндай потом, Олег Васильевич. Вначале шашлыки и пунш. А потом Юрик! А в армии служил? Опа! Стоять! Стоять! Стоять, я сказал! А с полной выкладкой 15 километров! Ваш бросочек! Это тебе не ножками дрыгать! На ботах, в сапогах! А ну-ка пошли, купнемся! Олег Васильевич, дорогой голубчик, как же вы мне надоели! Эх, молодежь, Шиндай, Юрик! Шиндай, Юрик! Ну и нашли мы, наконец, одну такую нежную, хрупкую. Вот он вот-вот распустится. Я деньги у него беру, розу ему протягиваю, а он вроде бы ее берет, а сам немножко пальцами сжал и говорит: праздником. Представляете? Я просто обалдела. И потом ушел. И все. И все? Все. И больше вы его никогда не видели? Я у девчонок спрашивала потом, не приходил ли кто, не спрашивал. Говорят, что вроде никто. Ой, как далеко мы заплыли. Да, здесь, кажется, подводное течение. Ну, вообще-то, я ужасная трусиха. Страшно. Да ладно, ничего. Нормально. Верунчик. Хороша япона мать. Ригиша. Ригиш, ну ты понимаешь, как это серьезно? А? Такие силы задействованы, такие люди задействованы. Просто уже мы не можем отказаться от этой идеи. Ты решился? А что я мог решать? Ты что, сама не видишь? Зачем дал напиться? А как я мог не дать? Регина, ты лучше мне скажи,
что мы с твоей этой девочкой будем делать. А что ты собрался с ней делать, Алик? Я не понял. Я не понял. Скажи мне, что ты не понял? Говорила ей или нет? Мы с Никулей весь этот цирк устроили. Угу. Этого идиота позвали. Никуль только и делает, целый день сводит их. Твоя Никуля молодец. Что значит молодец? Калькулятор у нее в голове. А вместо сердца пламенный мотор. Регина, она знает? Я тебя спрашиваю, она знает? Нет. Никуль. Машка ничего не знает? Удивительно, правда? Чего? Что удивительно? Угу. Что удивительно? Угу. Я позвал твоего идиота, он полдома меня разломал. Что тебе удивительно? Регина, вы бы следили за вашей... Простите, слово не подберу. Пардон. Понимаю, это ваше личное дело. Девочки! Девочки, ну, господи, ну, да что вы, девочки, это же какой-то дурдом! Почему? А я не знаю. Наверное, потому что поэт — это состояние, когда что-то видишь, что-то слышишь. Что-нибудь такое, чего и на свете-то нет. А я сейчас даже то, что есть, не слышу. Совсем-совсем? Ну, почти. Но ведь вы же теперь снимаете. Это ведь тоже значит что-то слышать еще. Слышать? Ну, может быть. Да у меня, по правде сказать, положение не самое творческое. Так, на подхвате. Ну, а как же командировка? Вы ведь снимаете репортаж. Россия такая, какая она есть. Репортаж. Ну да, без него мне в Америке голову снимут. Я приехал на похороны к брату, а репортаж — это так липо. Главное, чтобы что-нибудь на пленке было. Это меня моя начальница по знакомству устроила. А вы всегда стараетесь ездить стоя? Ну, в автобусе, когда мы на кладбище ехали, я видел, вы сначала всех пропустили, а потом стояли возле двери. А, да нет, меня просто укачивает, а когда я стою, то ничего. Понятно. Хорошо здесь. Спокойно. Да. Как будто долго шел, и наконец-то пришел домой. Где тебя ждут? Да, где тебя ждут? Пришел, и больше не надо уходить. Обязательно уходить. Тебе. Нет.
Кейт была права, мне представился шанс. Хороший шанс. Совпали время и место. Такое иногда случается даже с такими неудачниками, как я. А нужно было всего лишь понять, что все начинается именно здесь и сейчас. С самого нуля, с самого начала. Все начинается с нее. Но у меня не получилось. Наверное, для этого мне нужно было немного не удержаться в формате. Это смог бы тот, автор «Одинокого трамвая». Да, я бы тогда смог немного не удержаться в формате, только для того, чтобы услышать ее вопрос. И не испугаться ответить. Это наш бизнес. Наш. Только наш. Ясно? Это не мы к ней напросились, а она к нам. Маша! Вот иди и скажи ей об этом. Маша! Маша! Я твой медведь! Олег Васильевич! Иди сюда. Послушайте, слушайте, Олег Васильевич, вам не нужно сюда. Давайте, давайте, руки уберите. Уберите вы руки, ну! Пожалуйста, ну не лезьте вы, Олег Васильевич! Отцепись! Руки убери! Да пошел отсюда! Я боюсь воды! Да пошел отсюда! Я не умею! Пошел вон! Машка не умеет плавать. Идиот! Ну-ка, ну-ну-ну. Это что, я писаю, что ли? Да. Я же су! Да-да-да. Что? Что это? Что он меня снял, когда я в кусты ходил? Да-да-да. Алекс, зачем он снял? Профессия такая. Репортер. Я, блядь, я сейчас такую профессию закатаю. Ты у меня сейчас таким репортером, блядь, станешь. Нет. Ты у меня сейчас таким, блядь, профессионалом станешь. Где мой мобильник? Мобильник мой где? Вы верно меня не так поняли. Ты что? Ты что, Олег, меня подставить хочешь, а? Я что тебе, шушера какая-нибудь, чтоб меня в кустах подлавливать, когда я отбить хожу? Не так понял. А он еще в голову пихнул вот сюда. Вот сюда, вот. Там ничего не видно, совершенно. А ты хочешь, чтобы видно было, да? Когда я плотно дергал. Да сюда. Посмотри, сюда. Посмотри. Там ничего не видно. Нет. А ты хочешь, чтобы заметно было, да? Чтоб видно было, или ты хочешь, чтобы я тебя... Ты что? Ты меня что, Арик? Что? Ну-ка, скажи, как здесь этот профессионал появился? Это почему заказу? Он меня щелкал. А? Это не я. Все это не я. Это Регина. Регина. Это ее девчонка. Девчонка. Говорил, что мы просили, чтобы она была одна, чтобы никого не было. Я у тебя, Олег, просить не могу. Мне это по понятиям не положено. Я такими, как ты, могу только командовать и приказывать. Так что слова-то не путай. А? Значит, Регина. Ник, мне нужны ваши кассеты, Ник. Кассеты зачем? Ник, вам нужны неприятности с вашим посольством? Я могу устроить. Вероника! Простите, я не понимаю. Ник, кассеты, Ник. Для работы. А, я... самурай! Ну-ка, идем со мной. Олег Васильевич. Со мной, жертва профессии! Иди! Олег Васильевич! О, дорогуша! Ты что, видео насмотрел, да? Кино захотелось поиграть в американское, только тут не Америка! Только тут не Голливуд! Не Голливуд, тут за это ноги выдирают из жопы и спички вставляют. Все, поздно пить боржоми. Олег Васильевич, я вас не понимаю. Что понимать? Печень отвалилась. Ну ты, Феллини херова, а?
Где кассета? Сколько эта сука за меня заплатила? Послушай, Педро, ты язык-то свой попридержи. Юрик, только ты не возбуждайся, а то будешь свои фейты крутить на колясочке на инвалидной. Сколько она дала? Куда? Куда? Подождите, Олег Васильевич. Так, стой, да, отвалите его. Объясните нам. Арик, держи его. Арик, держи. Держи, грязцы, держи. Я сижу, хочешь, телефон мой где? Все. Где телефон? Дай мой телефон. Ты где мобильник? Мобильник дай. Дай мобильник. Что происходит, Арик? Как? Что? Ты не работаешь, ни хрена. Ты что, не понимаешь, какое положение меня поставило? Я зажимаю. Олег Васильевич. Там связь есть. А этот твой ник с его кассетами. Так, ну ты его нахуй, дай сюда. А почему это он интересен ее? Маша, не надо! Не надо! Со мной не надо! Как? Номер, я забыл. Ари! Михалыч. Михалыч, вы сейчас похожи на маленькую бездомную улитку, у которой украли домик. Мне вас даже немножечко жалко. Господи, что? Это девка! Мир сошел с ума! Олег Васильевич, Олег Васильевич, Олег Васильевич, держитесь. Олег Васильевич. Собери. Только яблоки? Нет, все собери. Я жду. Нет. И зачем вам все мои кассеты? Вы поймите, я здесь в командировке. Мне без них в Америке голову скрутят. А здесь и я тебе башку сниму, оторву, понял? Карманы! Уберите вы руки! Руки берите! Уберите руки! Олег Васильевич, вот эти две кассеты... Ну-ка. Так, отдайте кассеты. Ну что, Регинушка, расслабься, самурай! Отдайте кассеты моему брату, ну! Девочка меня хотела развести, а? Что потом пленками интересными? Да и она меня что, подразнить хотела? А? Для азарту. Продинамить, как школьника. Чтоб кино было интереснее, так мы это уже проходили в первом классе, на первой партии. Погоди, малость, я с тебя спрошу. И за пленочки твои интересные, и за динамо ее спрошу по полной, по-взрослому. Отдайте кассету. Арик! Отдайте кассету! Олег Васильевич! Олег Васильевич! Арик, где мой пиджак? Что случилось, Регин? Слава богу, ничего. Чего он хочет? Хотел тебя, а теперь меня. Тебе это угрожает? Что мне сделать? Бери своего американца и уезжай. Беги, Машка. Аля, Витяк! Олег Васильевич, я уже серьезно! Отдайте ко мне быстро! Олег Васильевич! Чего тебе? Вы хотели сыграть со мной. В шиндай. А вот это, пожалуй, уже лишнее. Я готова.
Маша. Я жду. Прошу. А вы теперь всегда будете таким застегнутым со мной, Олег Васильевич? Нет, не всегда. Сыровато. Sit down, please. Стоять! Маша! Маша! Маша, я! Держи его! Маша, куда? Держи его! Стойте! Этого не надо, Олег Васильевич. Дайте мне минуту. Пустите его. Нет. Угостите мне сигареты, иначе нам не дадут поговорить. Подойдите ко мне. У него в камере кассета. Заберите. И порвите Юрий. Ему ноздрю. Юрий! Ну вы что молчите? Ну, Юрий! Идите. Да, босс, сделаем. Забери уже давно хризантемы в саду, а любовь все живет. Сказать по правде, Ник. Мне больше нравился автор «Одинокого трамвая», чем репортер-неудачник, снимающий вечеринки и похороны. Вы ведь неудачник, Ник, правда? Ой, я рассыпала все ваши сигареты. Возьмите, пока еще что-то осталось. Теперь вам пора идти, Ник. Шоссе вон там. Прощайте, Ник. Прощайте. Ник. И... посмотрите за меня статую свободы. Тогда я потерял ее. Нет, дружок, ты ее не потерял, ты ее бросил. Я смотрю на экран монитора и не совсем понимаю, что я там вижу. Только то, что зафиксировала моя камера, или то, что зафиксировала моя память, и где грань между этим. Я смотрю в эти лица, я слушаю их голоса. Мне кажется, что они совсем не настоящие. Вот это даже не они сами, а мои воспоминания о них. Ну что тогда правда? Реальность событий или реальность памяти? И вообще было ли то, что я вижу на экране? Но почему? Почему я так уверен в том, чего я не мог видеть? Меня же там не было. Почему же я знаю? Именно знаю, что все было так. Я с вами совершенно согласен, Машенька. Вы все правильно делаете, Машенька. Все правильно. Это очень хорошо, Машенька. А я вам все улажу. Я вам все улажу, Машенька. Я поговорю с Олегом Васильевичем. Это, Машенька, для Региночки лебединая песня. Она женщина на излете. А вы пока пойдите в машину к Олегу Васильевичу. Он ждет там. А мы тут с Региночкой, между собой, пока поговорим. Мой муж? Машенька. Идиот. Идите, идите. Он ждет вас.
Шиндай, Регина. Какой шиндай? Девочки, какой шиндай? Никакого шиндая! Полдома разнесли, Машенька! Шиндай. Шиндай, Маша. Регина, что с тобой происходит? Нам пора, Регин. Ну, девки, вы меня достали. Зачем? Зачем ты его не выгнал его сразу? Я же сказал тебе. Ну, это ты, с Олег Васильевичем. Ничего, не понял, Арик. Ты идиот, я не идиот, Арик. Почему я идиот? Что, Арик? Потому что ты все испортил. Я испортил. Это ты! Это ты! Испортила со своим ником! Я же не виноват, что она захотела играть в это шиндай! Шиндай! Вот тебе шиндай! Ты что, хотел его вот этой сучкой, да, придурочной удержать? Да он был у меня уже вот где, с моим ником, с моим! Ты что хотела? Хотела кассетами. Ты меня могла бы. Было б за что. Браво! Браво. Мы сейчас как тот жук. Какой жук? В тазу плавал. Странно. Что странно? Странно. Странно, ведь я одеваюсь, как ты. Я говорю, как ты. Я даже люблю то, что любишь ты. Ты преувеличиваешь. Иногда в себе узнаю тебя. Ари, дурак. Значит, я тоже стану женщиной на излете. Ты другая. И у меня тоже будет моя лебединая песня. Нет. И у меня тоже будет кто-то, кого я смогу. Ты совсем другая. Ты совсем другая. Не подходи ко мне, мне так холодно из-за воды. Я, наверное, такая глупая, да? В этом халате и с подушкой.